Всем привет, дорогие друзья! Мне уже полегче. У нас сегодня, кстати, воскресенье. У меня уже такой сильной одышки нет, но бывает приступами одышка. Что я делаю? У меня муж ходил в магазин, купил яблоки 2 пакетика. Я их тут в горячей воде мою, ложу на полотенце, а потом складываю вот в эту емкость с яблочками. Вчера что брали яблоки, уже все съели. И поэтому я их в горячей воде обмываю, ложу на полотенце, немножко обтекает, а потом сюда складываю, чтобы дети могли постоянно брать яблоки есть. Маша, вон там яблоки берите. Эти я еще не помыла. Так что вот такие вот дела, ребята. Дышу я бирадуалом, ингаляцией с бирадуалом и обычным физраствором. И пару раз дышала амбробеной еще. У меня капельки раствора амбробена есть. И я им дышу. Муж аж 2 пакетика набрал яблок. Вот сейчас все перемываю в горячей воде. Чтобы дети постоянно ели. Позавчера брали виноград и мандарины. Тоже хорошо съели. Сейчас Егор, ну как-то аккуратно, можно же? Это ты угонила мыло. А, может, я уронила. Как я могла уронить? Ты положила туда, она упала. Со стола оно скатилось, теперь понятно. Я виновата. Егорка виноват остался. Бананы он еще купил, детки бананы кушают. Егорка, оторви ему, пожалуйста, наклейку. Он мне сейчас весь мозг вымотает, а? С этой наклейкой. Я не знаю, Ванечка, делайте сами, мне некогда, сыночка, пока. Иди к Егору, он тебе оторвет наклейку. На всем порвал его. Он уже оторвал? Нет, порвал. Порвал? Ну все, значит, уже никак не оторвешь ты ее. Ешь бананчик давай. Вот, Ваня, ведро, Ваня. Чуть на пол не бросил, ведро не заметил. Все, наконец-то я все яблоки перемыла. Папа аж 2 пакетика набрал. У нас еще вчерашнего на одно яблоко лежит. Так и не доели еще. Ладно, дорогие друзья, буду дальше что делать. Посуду надо здесь помыть сразу же. Прибрать все на столе. Всем хорошего дня и настроения. Вот такая вот у меня пирамида из яблок получилась. На улице так хорошо, я даже на улицу выходила сегодня. Тут прибралась немножко. Поставила варить суп молочный. Детки хотят супик молочный, будем варить. Яблоки еще. Что-то вот одно яблоко мне не нравится, прям налетом покрылось. Хотя его кипятком помыла, но скорее всего вот так вот отдельно положу. А эти вот хорошо. Кушают ребятки яблочки. Тут у меня приправа, которую мне подписчица еще дарила. Присылала. Тоже вот мы какую вот эту вот мы добавляли сюда, уже баночка закончилась, мы добавляли, муж открывал как-то ее и засыпали, а остальные как бы все еще есть. Спасибо большое. Ладно, варим кушать супик молочный, сварим сейчас. Не знаю, что варить, пока еще что-то пытаюсь, потихоньку что-то делаю дома, но сил пока еще как бы таковых сильно нету. Но ничего, мы сильные, мы оклемаемся. Дорогие друзья, решила озвучить это видео. Вот мне кто-то писал: Настя, убери ты уже эту маску с резинкой. Зачем на тебя, ребята? Я вот, видите, как провожу время, пока дышу на ингаляторе. Я вышиваю. Вышиваю, кстати, машинку для старшего сына на примету. Надеемся, что машину, может, когда-нибудь приобретем. И в это время дышу ингалятором. Кстати, по-моему, здесь я с амбробеной дышала. У меня по времени все ингаляторы были расписаны. Последние дни я уже делала по времени. Расписывала, через какой. И потом убавляла уже ингаляции. Потому что, ну, легче становилось и убавляла. Поэтому вот такие вот дела. Это видео, конечно, старое, как вы понимаете. Когда болела, сейчас я себя хорошо чувствую. Хочу сказать спасибо всем. Всем, кто меня поддержал и посоветовал разными советами. Кстати, совет картошкой дышать я дышала. Спасибо огромное.
Я знаю, что картошку можно, мы когда варили, я дышала, садилась. Поэтому всем желаю крепкого здоровья. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время 9 часов доходит. 9:30 доходит. То есть я еду в больницу на кардиограмму. Мне уже легче, но одышка все равно еще присутствует. Ну а так уже намного легче. Да, Тейсон? Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и настроения. Да, Тейсон? Съездила я, ребят, на ЭКГ. У меня после бани такие волосы интересные. Как-то это. Короче, съездила на ЭКГ. Сразу же обратно на автобусе домой, потому что я не могу, голова кружится. И зашла, взяла карточку. Еще завтра мне на УЗИ вид сердца идти. Карточку взяла. Да, мне немного легче, но дышать все равно тяжело. В целом, что купила, зашла? Молока 2 литра. Имбирь взяла. Сметанки купила. Деткам творог взяла. Имбирь протек немножко. Потом колбаску взяла. Прима. Булку белого. И булку черного взяла, хлебушку. И увидала вот такие вот пирог с творогом. Думаю, возьму деткам сейчас на утро. И пирог с рыбой. А, еще вот такую вот эту ириски. Помните, раньше у нас с изюмом, с орехами были. Это я взяла с орехом. Ириски вот такие вот. 37 рублей. Одна плиточка. Ну, вот такие вот самые все покупочки. Так-то все нормально вроде бы. Детки у меня на дистанционном обучении. У Егора уже один урок прошел. Света сегодня свой урок. Я ее будила в оконцовке, а она даже не встала. Сейчас встали, все уроки будут делать. Время у нас что? 11 часов. Всех бужу, сейчас будут все уроки делать, урок, потому что очень много задано. Поэтому вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Ребята, всем привет. Сегодня хочу распаковать наш любимый Василёк. Вот уже раскрыла, как видите. Знаете, уже дня сколько лежит? Дня 3, да, наверное, лежит он у нас. Иногда буду покашливаться, поэтому уж простите, но так как себя плохо чувствовала, не могла заснять. У меня есть Василёк. Кстати, на Васильке появились новые костюмы, поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. Там большое количество разных-разных костюмов для весны, для лета появилось. Так, ну первое, что я тут увидела, это носки. Тут их 5 штук идет. Вот такие вот, твой стиль. Хлопок 65, бамбук 35, эластан. Обычные простые 6 штук. Обычные простые без рисунка. Мне такие нравятся, без всяких рисунков. Дальше опять женские носочки, но уже с коротенькими резиночками. Видите, укороченные. Это у меня такие любят девчонки. Расцветки. Вот тут рисунок такой. Вот такие вот носочки. Дальше снова носочки. Носочков в семье, где 10 человек, много не бывает. Такие носочки мне очень нравятся. Они такие, как резина. Хорошие резинчатые носочки. И вот расцветки такие приятные. Видно? Посмотри. Вот такие вот приятные носочки. Дальше, ребята, я решила обновить на кухне полотенце. Я нынче несколько старых полотенец разорвала на тряпки. Поэтому заказала новые полотенчика. Вот такое вот. Очень мне нравится. Это Туркменистан, по-моему, они. С рисуночком, с таким небольшим. И
Вот такой расцветки интересно заказала на кухню. Дальше, ну это прайс-лист. Еще одно полотенце, тоже такого же качества. Я сразу из упаковок достаю, потому что я хочу сразу дома ими пользоваться. Вот такую вот расцветку очень нравится. Я сильно светлые как бы не беру, такие беру оттеночки. И еще одно полотенчико, тоже такого же качества. Очень нравится, пользуемся ими часто и постоянно, можно сказать. Дальше. Так, ну здесь я показывать не буду. Это плавочки девчонкам заказала. Тут раз, два, три, четыре, пять. Пять пар разных плавочек. Показывать уж не буду. Дальше. Заказала я себе штаны теплые. У меня нынче прохудились, получается, одни джинсы, и одни теплые штаны тоже уже износились. Поэтому я заказала вот такие вот теплые штаны себе. Расцветку вот такую. Это называется брюки женские Арктика. Размер 54. Они утепленные внутри. Вот такие вот. На резинке внизу вот такие вот идут они. Потом померю и как-нибудь видео вам вставлю. Или фотку, или кадр. Также имеются карманы. Ну, кармана, по идее, вот рука моя влазит. Брюки, по сути, хорошие. Ну, вот я смотрела, блогеры многие заказывали, им понравились. Поэтому вот такие на флисе, очень теплые. Попробовала, заказала. Померяем попозже. Также еще одни такие же штаны. Тоже Арктика, но на расцветка вот такая вот. Ну, давайте сразу откроем. Потому что я их носить буду, я их не буду откладывать куда-то. Сейчас как раз холодно на улице. Вот такая вот расцветочка приятная. Тоже на флисе, теплые штанишки. И вот такая вот резиночка. Внизу они такие. Дальше, ребята. О, еще одна пара носков. Это уже женские, тоже короткие носки, но это спортивные. Вот такие вот обычные спортивные. Видите, пяточка немножко завышенная. На физкультуру детям как раз надо. И также я часто заказываю васильки. Это просто не на резинках. Так как в нашей семье это самая ходовая часть, которую очень часто пользуемся, очень часто стирается, это просто на резинке. Первая просто вот такая вот желтенькая. Как бы машинки тут нарисованы, тракторы разные. Это все на резинке. Размер у нее стандартный на полутораспальную койку. 90-200 на 20. Дальше. Вот такая вот приятная, нежная оттеночка. А что мы смотрим? Давайте мы будем с вами открывать. Мы все равно, потому что ими будем пользоваться. Поэтому мы сейчас с вами их сразу и откроем и посмотрим, что я так маюсь-то. Давайте будем открывать. Ой, еще и пакет открыть не могу. Потому что мы ими будем пользоваться. Вот такая вот с самолетиками, с машинками. Это Ванюшке больше нравится. Пистолетики, самолетики, машинки. Очень яркая простынь. Дальше. Следующую мы открываем простынь. Дети тут у меня караулят, смотрят, какую же им сразу простынь схватить, чтобы это чисто ихняя была. Дальше. Раскрываем. Вот такая вот нежная простынка. А слушайте, там посередине рисунок вот такой жирафики. Видите, жирафики. Красивые слоники, жирафики, квадратики, сердечки. Очень нежные такие цвета. Следующие опять просто на резинке. Так как многие знают, что у меня много детей, и поэтому простыни у нас чаще всего меняются, поэтому простыни я чаще заказываю. Простыни и наволочки чаще меняются. С котятами. Смотрите, мышка, киса такая милая прямо. Вот такая красота.
И последняя простынь, это розовенькая. Розовый у нас любит Мариша. Мариша любит. Да. Оксана говорит, нет, я люблю. Ваня говорит, нет, я люблю. Марина любит. Марина и фиолетовая, и розовая. Все, тихо. Вот такая вот с котятками. Простынь. Очень классная, красивая. Вот такой вот, ребят, был заказ. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ссылочки, напоминаю, Васильке оставлю в описании. Вы там можете все, что угодно заказать. Хоть шторы, хоть постельные, хоть одежду, хоть нижнее белье, все, что угодно. А также там, ребята, есть раздел. Можно заказать чисто, если вот вы не хотите комплектом заказывать, а хотите просто заказать тканюшку, вот, которая вам понравилась, то вы можете заказать. Там есть отдел, где можно заказать ткани. Поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. Дорогие друзья, вот так вот одела штаны. 54 размер. В принципе, неплохо. Это синяя расцветка. Такая бирюзово-голубенькая. Очень мне нравится. Очень теплая и очень удобно. Они прям в самый раз меня хорошо сели. Дорогие друзья, одела фиолетовые штаны. Вот так вот тоже очень хорошо смотрится. Напишите, как вам. Но мне очень нравится. Очень хорошие. Не хватает кофты. Надо было еще кофты заказать. Но на следующий раз закажем, и будет тогда полный комплект.